Шпаги, свист и звон бокала с детства нам ласкает слух. Шпага многим показала, шпага многим показала, что такое прах и пух. Вжик, 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 уноси готовенького, вжик, вжик, вжик. Кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького? Молодец! Молодець, Санька, ти як завжди піднімаєш нам всі. Ти знаєш, я не просто заспів цю пісню, тому що в ній співається про шпагу. І саме сьогодні, в цей день, народився український фехтувальник, олімпійський чемпіон в особистих змаганнях у фехтуванні на шпагах, дворазовий срібний призер Олімпіади 68, чемпіон світу в індивідуальній шпазі 71, срібний призер чемпіонату світу Григорій Кріс. І, до речі, Григорій Кріс також занесений до міжнародної європейської спортивної зали слави. І ми вирішили не просто згадати цю легендарну людину, а й поговорити про фехтування і дізнатися про здобутки наших українських спортсменів. Отже, давайте подивимось у наступному сюжеті про найвизначніші досягнення українських фехтувальників. Елітарних видів спорту в світі не так багато. Верхова їзда, стрільба, яхтинг, гольф та фехтування. І саме фехтування прийнято вважати спортом, мистецтвом та військовою наукою. Як вид спорту, воно вирізняється з-поміж інших своєю естетикою, романтизмом і багатством історії, що йде в далекі тисячоліття. Хто з нас, подивившись або прочитавши «Три мушкетери», не мріяв стати Д'Артаньяном? Адже фехтувальний поєдинок – це мистецтво війни. Потрібно спрогнозувати поведінку суперника, маневрувати, демонструвати хибні наміри, а потім атакувати абсолютно в інший бік. Мета спортсмена полягає в тому, щоб у певний час нанести суперникові певну кількість ударів або уколів. У сучасному спортивному фехтуванні наша національна збірна неодноразово прославляла Україну на весь світ. Вони здобували перемоги, підіймалися на п'єдестали, співали гімн України та тримали в руках синьо-жовті прапори. Жіноча збірна з фехтування на шаблях стала срібним призером Олімпійських ігор в Ріо, а чоловіча піднялася на другу сходинку п'єдесталу чемпіонату світу 2019. Найтитулованішою українською фехтувальницею є Ольга Харлан. Нещодавно вона виграла своє 6-те золото чемпіонату світу. Всього на чемпіонатах Європи та світу Харлан завоювала більше 25 нагород. Ніхто у цьому виді спорту не завойовував стільки особистих медалей. Попереду літні Олімпійські ігри 2020. Вони будуть вже четвертими в кар'єрі Харлан. Тримаємо за неї кулаки і бажаємо Ользі і всій нашій збірні нових досягнень та перемог. Адже майстерності їм не позичати. Аби більше дізнатися про цей вид спорту, ми запросили до себе на гостини українського фехтувальника-шпажиста, чемпіона світу, призера чемпіонатів світу та Європи Богдана Нікішина. Вітаємо вас в нашій студії. Дуже-дуже раді бачити вас. І на початку давайте ми подивимося щось із ваших виступів. Відео у нас вже є, тобто на екрані. Якщо можна, прокоментуйте. Це соревнування десь годичної давності, це полуфінал. Честно говоря, не очень сейчас могу вспомнить, какого именно этапа Кубка мира. Мой бой с представителем Кореи, Парком Кунгду. Если я не ошибаюсь, я этот бой выиграл. А на початку такой жест, как будто мирите с шпагами, что он означает? Это перед поединком мы проверяем, держит ли оружие, все, проверяем гарды друг друга и приветствие противника друг друга. Это обязательная вещь в фехтовании. Так, зрозуміло. Ага. Проявление уважения к сопернику. А что обов'язково ще є, окрім привітання? Ну, еще желательно выигрывать бои, побеждать и проходить все время дальше. Тобто умовностей больше никаких нема? Почати, закінчити, обійнятися и все? Ну, можно не обниматься, да, просто поприветствовать, пожать руки в конце боя. Обязательно
относиться уважительно к сопернику, это у нас приветствуется. А прощание есть какое-то? Пожатие рук после боя, обязательно поблагодарить соперника за бой. А, ну, напевно, привітати. Поздравить, да, кто там. На літаку один одного не проводжуєте. Добре, скажіть, будь ласка, а наскільки фехтування популярно зараз в Україні? Я хочу сказать, что вот когда я начинал заниматься фехтованием, там, попадал в сборную, в 2000-х годах фехтование было мало популярно в нашей стране. А сегодня... когда вы начинали, выбачьте? Ну, я вообще занимаюсь фехтованием очень давно, с 10 лет, а вот в сборной страны с 2000-го года нахожусь. И на то время фехтование было менее популярно, чем сегодня. Не побоюсь, без лишней скромности скажу, что сегодня, благодаря нашим результатам, благодаря результатам там, женской сабли, ну, в принципе, всему фехтованию, фехтование на виду, фехтование говорят, фехтование слышат, фехтование привозят медали не только с этапов Кубка мира, но и чемпионата мира, с чемпионата Европы. И с каждым годом наш вид спорта становится все более популярным, все более, больше детей идет на этот вид спорта. Это очень приятно и это здорово. Богдана, вы, кажется, в 10 років почали заниматься фехтованием. А каким чином и чему саме выбрали фехтование, такой вишуканий, такой элитарный вид спорта? Это такой вопрос очень интересный. На самом деле просто была секция фехтования в школе, в которой я учился, и тренер делал набор, и так получилось. Случайно, что я пришел на этот вид спорта, я об этом виде спорта не знал абсолютно ничего. И придя на этот вид спорта, наш тренер не только там, нам преподавал фехтование, какие-то единоборства, там, смешанные игры и так далее. То есть пытался привлечь внимание ребенка любыми способами к этому виду, спорта. И вот так получилось, что я в этом спорте остался и только со временем узнал, что такое фехтование. У меня чомусь была думка, что вы побачили какие-то там фильмы дитячі, там, где, ну, там, мушкетеры, там, какие-то принцы, все воюют и пошли на фехтование просто. Нет, это было не так. Ну и вообще эти фильмы и книги. Ну, если что, это может быть легенда. То, что вам зараз Санька подсказал, ну, молодец. Так, гарно, гарно легенда. Я буду так себе отвечать на запрос всегда. Д'Артаньян. Богдан, нас дивляться батьки детей, які, ну, там, думают, куди віддати дитину, на яку секцію. І чи дуже складно знайти обладнання, знайти якісь облаштунки, чи воно все дорого, скільки це коштує, якщо дитину привезти і віддати на фехтування? Главное, чтобы ребенку нравилось. Если ребенка привести и отдать на фехтование, это означает, что родители сразу должны ему купить костюм, шпагу, маску. Это все можно со временем. А привести ребенка, и для того, чтобы ребенок посмотрел, что такое фехтование, почувствовал, нравится ли оно ему или нет, это можно в любую секцию, в ближайшую фехтование, где ребенку дадут посмотреть, что такое шпага, что такое маска, дадут попробовать, научат стоять в стойке. И тогда, если уже ребенок заинтересуется, если ему понравится, тогда уже может придется покупать какой-то инвентарь. И для детского спорта оборудование стоит не очень больших денег. Для взрослого спорта, уже для международных соревнований, там уже идут суммы подороже. Ну, допустим, если так говорить, то шпага детская стоит в районе, там, наверное, 20 евро. В фехтовании присутствуют три вида оружия. Это шпага, которую представляю я, это мой вид спорта. Также есть сабля еще и рапира. Это все три вида, они... чем-то схожи, но одновременно они все разные. В рапире считается укол только в грудь, плюс тактическая правота. В сабле считается удар только в верхнюю половину тела, плюс тактическая правота. А в шпаге, тот вид, который я представляю, укол считается в любую часть тела. И также присутствует обоюдный укол. Вот это, в принципе, основные такие отличия между этими тремя видами. А вы убрали этот вид само через то, что можно будь куда и ранить, поранить? Как я сказал, когда я пришел на фехтование, ничего об этом не знал. Ну, разве что там, смотрел фильм, и меня это вдохновило, да? Бачишь, працює идея. Класс. Поэтому у нас просто в Днепре, я сам из города Днепр, только шпага была, у нас другого там вида оружия нет, поэтому я пришел и просто туда попал на эту шпагу, скажем так. Тогда можно было в столярочку зайти, себе выстрогать там и шаблю, что-то в школе можно было все сделать. А я вам скажу, таємницю расскажу. Колись я своего малого, своего сына, відвів на фехтування. Він там позаймався, може, на півроку, ну, недовго. Але після того така постанова, така, от, знаєте, просто розвернулися плечі. Він став, ну, це клас. Дуже як балет, мені так здається, да? Тільки чоловічі. Є такі, окрім того, що ви там змагаєтесь на шпагах, якісь класичні вправи, такі, якісь балетні, якісь постанови, що таке? Ну, прям балетних, звісно, ніяких там нет.
правил. Но стойка сама по себе, когда человека ставят в стойку фехтовальную, это подозревает о том, что должна быть там как-то осанка, ровно все движение отточено, шаг вперед, шаг назад, это какое-то сходство. Выглядит оно дуже. Плюс белый костюм. Белый костюм тоже не трико балет, ну нібито. І після того він пішов вже на клуб реконструкції історичної, там займається і шпагами, і рапірами, і мечами, і шестами, і всім. Тобто фехтування якийсь такий поштовх дало, це дуже, дуже цікавий вид спорту. Богдане, я спочатку казав, що от, можливо посприяло тому, що ви стали фехтувальником, там перегляди якихось фільмів, так? А давайте так скажемо, що в принципі, то коли знімаються такі фільми, приходять спеціалісти з кіноіндустрії і шукають, хто б їм допоміг поставити сцени. До вас зверталися, щоб ви поставили якісь сцени в кіно? В кіно ні, але в каких-то там рекламних роликах, да, обращались, і були совместні проєкти, доволі успішні. Тобто така користь є, так? Да, ще раз. Окрім спорту, є ще така користь, що можна поставити якісь да, установи. Так, звісно, ну, це тільки фантазія, чому ні? А хотілося б зняти в кіно? Ну, зняти свою групу або сам знятися в кіно. Ну, зараз є так можливість натякнути режисером. Так, звичайно, нас дивляться просто всі. Да, чому ні? Чому ні? Ви дуже фактурний, дуже красивий, тому можна було б я щось сценарій напишемо з тобою. Так, не питання. Добре, підтримуємо. Ми також знаємо, що вас кілька разів визнавали кращим в Україні. Якими ще досягненнями ви можете поділитися з нами та пишаєтесь взагалі? Да, було ног України. Признавал меня спортсменом месяца несколько раз, такое было. Ну, вообще в жизни много спортивных разных достижений. Ну, наверное, запомнилось больше всего, так несколько можно отметить. Это первое, там, 2006 год, чемпионат мира в Турине. И наша сборная команда, это моя просто была первая медаль бронзовая с чемпионата мира, с соревнований такого высокого уровня. Эти соревнования очень запомнились. Запомнились тем, что первый раз в жизни меня поставили на последний бой заканчивать встречу. Встречу с очень серьезными соперниками, сборной Венгрии. Если перед встречей там люди смотрели и говорили, то нам не давали шансов, какие-то преимущества, что мы можем победить эту сборную. Но вот я фехтовал и заканчивал, как я уже сказал, эту встречу с именитым очень соперником Иваном Ковачем. И мне удалось этот бой выиграть. Эта победа очень сильно запомнилась, хоть это была и бронзовая медаль. И еще она запомнилась тем, что за эту медаль я получил звание заслуженного мастера спорта Украины. И если говорить дальше, то еще одна медаль, конечно, очень сильно запомнилась. Это 2015 год. Этот год был предолимпийский, очень важный. Важные очки. Был чемпионат мира по фехтованию в Москве проходил, когда уже, к сожалению, между нашими странами были то, что и сейчас происходит. И мы смогли в 2015 году с нашими ребятами поехать в Москву, в центре Москвы, выиграть чемпионат мира и поднять наш флаг, и играл наш гимн. Это было очень здорово. Это запомнилось. Знаете, на всю жизнь. Я верю, что сейчас все украинцы, которые нас смотрят, в нашем Саше обличчі вам и пишаются. Так, звичайно. Нам очень приятно. А до чего прагнете сейчас? Сейчас, как мы все знаем, у нас следующий год Олимпийский год. В следующем году, летом, в июле месяце, будут проходить Олимпийские игры в Токио. И сегодня не только я, но и весь спорт нашей страны готовится к этому событию. И большинство из нас, некоторые уже получили лицензии для участия на Олимпийских играх в Токио. В 2020 году фехтование, сейчас все фехтование, не только я, все фехтование находится в процессе отбора на эти Олимпийские игры. Мы сейчас на этапах Кубка мира завоевываем необходимые очки для попадания на Олимпиаду. Поэтому сейчас мечта получить лицензии на Олимпиады, а следующая мечта будет достойно выступить. Ну, дай Боже. Так. Богдане, и наостанок хочется запитати. У нас программа такая ранкова, мы створюємо настрій, показуємо, як треба відпочивати, як треба заряджатись. Як ви відпочиваєте від змагань, як заряджаєтесь на новий позитивний рівень? По-разному бывает отдых от соревнований. Соревнования бывают очень сложные, когда приезжаешь и просто вообще ничего не хочется. Бывают соревнования такие полегче, когда приезжаешь, наоборот, у тебя какая-то энергия. Это такой простой рецепт какой-то. Да, я думаю, что все
всем надо с утра, это обязательно какая-то зарядочка, пробежечка, тогда у тебя появятся силы и хорошее настроение на целый день. Ну, дякуємо. Спортсмен. Дуже вам дякуємо за інтерв'ю. Щиро бажаємо вам отримати купу медалей, привезти, і ми будемо знову вами пишатися.